первый период, в принципе, мы делали где-то инициативу, наверное, создавали момент, много моментов было. Вот, свои ворота только там, ну, перекладину пропустили. Вот, второй период веселый, да, получился. Из-за своих ошибок, в принципе, которые обсуждали, которые договаривались не допускать. В общем, из-за этого пропустили два гола, потом пришлось героически вытаскивать, потом опять ошибка. Вопрос, коллеги. Бой Сергея как-то завел команду? Дополнительные стрелки? Да, конечно, бои всегда заводят. Это всплеск эмоций, конечно, команда заряжается от этого. Ребята добавляют, конечно, энергии и сил всей скамейки. А такие бои, как концовки, они тоже заводят? Вот, было ли вы были на льду, было ли указание идти и биться от тренера? Нет, не было указаний, просто ребята вышли, кто поменьше играл, когда, в принципе, в общем, итог был ясен. Вот, пошли, как бы, ребята, как бы, тоже находятся на лавке, как бы, не игрой, да, но кто чем может, да, помогает команде. Вот, они решили сегодня себя так проявить. Угу. У вас там желания не было тоже сцепиться? Все дрались почти. Ну, у всех желания, но надо понимать, как бы, куда мы дальше идем и к чему все может привести. Угу. И драки. Извините, 3-1 прижаты к стенке. Что дальше, как Салавату вытаскивать серию? А что значит вытаскивать? Ну, нам надо выигрывать игры. А Авангарду тоже не надо же удерживать 3-1, правильно? Они не выйдут, 0-0 сыграют и все. Пройдут дальше, правильно? Им тоже надо выигрывать, и им надо выигрывать, и нам надо выигрывать. Поэтому, как вы понимаете, по концовке у нас все нормально с настроем, и дальнейшую борьбу мы заряжем.